Groovy. Всем хай! С вами Йоджин, и сегодня, друзья, у меня просто офигительнейшая новость для вас. Как вы все знаете, Роберт Дауни-младший больше не играет Железного Человека, а значит, они ищут нового актера. Того, кто сможет надеть на себя железный костюм и стать достойной заменой этому, будем честными, не самый талантливый актер. И, короче, они замену нашли. Это буду я. Уж я-то точно покажу, каково это быть Железным Человеком. Вы запомните меня навеки. Я буду новым мемом. Я буду легендой. Я ознаменую новую эпоху. Что это? Я ознаменую новую эпоху. Ой. Я ознаменую начало новой эпохи. Не верите мне? Думаете, я буду каким-то отстоем полнейшим? Что ж, надеваем доспех. Давай, Джарвис, превращай меня. Короче, мы играем с вами, друзья, в Iron Man VR. Игра недавно вышла, и я решил ее попробовать. Я, конечно же, как всегда, правильно схватился за свои контроллеры. А это нормально, что у меня такие длинные руки? Такое ощущение, как будто я руконог какой-то. Вот он мой костюм, иди ко мне, оденься на меня. Герой ли я? Супергерой или неуязвимый? Давайте, я супергерой. Я чувствую, меня сейчас будет тошнить. Да, детка, где я? Что я здесь забыл на этом острове? Слушайте, все игры будут отсылать меня на острова с пальмами, чтобы потом в комментариях был бардак и безумие. Воу! Все, блевать! А-а-а! Это слишком сложно. Мой мужичок должен привыкать к виртуальной реальности. Все-таки это наше будущее. А, мама! Так буду слегка подпердывать. Мне много не надо. А-а-а! В лицо. Во, хорош. Хорошо. Очень хорошо. Неплохо. Короче, я должен так ставить руками по швам, да, и все? А это мой дом. Мне уже скучно. Что делать потом с этим костюмом, когда мне наскучит? Не знаю, на пляже, что ли, сдавать? Эй, Пеппер, где ты? Ты что-то совсем не похожа на себя. Стоп, нам сюда. Слушайте, я думаю, меня просто будет воротить наизнанку. Ну, как-то, я не знаю, я адаптировался. Я прям прирожденный железный человек. О, стоп, стоп, стоп. Ну, вот когда земля близко, у меня начинает так пошатываться мой мозг. Слегонца, стоп, все, встали. Стой! Держись. Давай, ползи. Ползи, Тони. Ты можешь. Все, стой, 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 стой. Нет. Я не упаду. И стоп! Оп! Черт! Ой, сколько насекомых прилипло на стекляшку. Это, короче, обучение, я так понимаю. Самое настоящее зло нас еще ожидает впереди. Бить. Готовы? Пора врезать. Повезлась! Давай! На! Прикольно! О, блин, последний удар! Давай! Ну что, ты доволен результатом или хочешь попробовать снова? Я доволен. Хорошо. Приходи сюда, как будешь готов. Я готов. Ты же помнишь, у нас есть что отпраздновать. Люблю твои пошлые намеки, женушка. Я прям уже лечу. Вот сюда, все, окей. Следующая миссия. Сняв броню в гараже, Тони идет переодеваться и готовится к вечеру с Пеппер. Так, у меня есть некие предчувствия, что эта игра может стать интересной прямо сейчас. Готовимся к вечеру с Пеппер. Я вроде в форме. Ну-ка, бицуха, бицуха. Руки растянуть, растянуть. Да, хорошо, да. Я что, человек-резинка? Давай, давай, все, понеслась, готов к вечеру с Пеппер. Папа, смотрите. Я Тони. Тони Старк, у меня нет ног. Пеппер? Окей, идем. Внизу. Пеппер, я иду. Это я, красавец. О, да. Тони, знай, там меня ждут Пеппер, но люблю я только тебя. Пеппер, вон она сидит, ура! Я готов, все, снимаем костюм, нахрен это все эти прелюдии, не нужно. Оули, охренеть. Я не знаю, что засмотреться. Да брось. Повернись, просто повернись. Странно, что ты без брони. Нужна броня, детка. Я должна отвечать? Как раз работаю над этим. Это хорошая идея. О, иди ко мне. Стой. Блин! Дайте мне подойти к ней. Нет, я стесняюсь. Нет, нет, нет. Сама покажи мама. Фотку. Иди ко я мне, Пеппер. Я расписываюсь за тебя лучше. Тихо, покажи. Это не моя фотография. Откуда у тебя эта фотография? В гостиной. Ты мне врешь, Пеппер. Ты не Пеппер. Пеппер бы уже набросилась на меня при виде этой сексуальной... мое плечо. Пеппер! У меня рука же вытягивается. Шку! Давай. Давай, рука! Найдите свои очки. Вот они. Так. Что это за... А почему такие маленькие детские очки? Ладно, оденем. Виртуальная реальность. Ну ничего, у меня тут есть
другие подружки. И покруче Пеппер. Я жду тебя наверху. Только без меня не начинайте. Что? Мне надо кое-что сделать. Не начинайте. Ты не одна? Ты с подругами? Какой вопрос мне надо закрыть? Нету никаких вопросов. Я хочу наверх! Я крутой. Вопрос закрыт. Журнал прилип. Я просто тут это... А, нет, все нормально. Все, отлип. Этот выпуск будет целой кучей пошлых намеков, судя по всему. Все здесь. Что такое? Кал. Лох. Блин. Отец всегда говорил, держи оружие наготове. Прости, Говард, больше ты мне не указ. Все, пошел ты, Говард. Твоя медаль говно. Выйдите на улицу и поговорите с Пеппер. На улице? Ты достала меня, Пеппер. Выйти на улицу. Все, наконец-таки я вышел на улицу. Так, я хорошо одет, хорошо выгляжу. Красиво понеслась. Пеппер, куда ты смотришь? Что ты там увидела? Пеппер, хватит фоткать. Ужин при свечах? Да. Ты не против, если... О, как настоящая. То есть, в смысле, ты и есть настоящая. Да. Это было... Это первый поцелуй наш. Не хочешь это сфотографировать? Отдай сюда! Сраный фотоаппарат! Отдай! Отдай мне его! Пеппер! Ладно, прости. Пойдем, я покажу тебе, что я приготовил. У меня есть сюрприз, который не стоит показывать, у меня дети смотрят. Но начнем. Ладно, посмотри, та-дам! Микросхема! Да. Любишь ты, робот! Ужина не будет. Как? Жри! О-о. Что? Что это? Атака! Подойди сюда. Умирающий вид. Если собрался их взрывать... О, смотри, прикольно. О, потухла свечка! Чем мы вообще занимаемся с тобой? Это же свидание! Мне нужно уничтожить дроны. Тебя это заводит? Окей. Нравится? Дроны против репульсора. Видала? Старк против Старка. Вот, хорошая фотка. Ладно, Пеппер, приготовься. Это по-настоящему вкусненько. Была не была. Та-дам! Это что это? Что это такое? Почему? Передо мной красивая женщина, а я все своими гаджетами занимаюсь. На! Это фрисби. Лови! А. Черт, прилип. Отцепись от меня, чертовы! Ага. Видишь? Вот настолько я сумасшедший. Короче, надо штуку подогреть чуть-чуть, иначе будет невкусно. Потом пэнк, пэнк, пэнк. Ну что такое? О, вот все, нажалось. Эй, босс! Мисс Фокс! Это я! У меня сюрприз для тебя! Я! Голографический. Новый он будет с нами тусить. Веселый тройничок. Хочешь? Самое страшное не то, что я сделал самого себя, а то, что я сделал самого себя цветом тебя. Боже мой, я одержим собой, Пеппер. Сфоткай это. Сфоткай, я хочу это запомнить. У меня есть чувство. Босс, я... Дело не в тебе. Нет, я тебе! Я тебя ненавижу! Ты хочешь измениться? Да! Нет. Я не хочу смотреть на себя, любоваться собой сколько что можно, этот нарциссизм, как скоро тебя от этого не воротит? Не будем тянуть, босс. Пеппер, обними меня, Пеппер. Боже мой! Все в порядке? Я и померещилась просто. Все, я стер его. Все, больше никакого нарциссизма. Я возьму. Нет. Ты близко не подойдешь к моим. Моим гаджетом. Это мое. Почему ты так на меня смотришь, Пеппер? Ладно, у тебя стальной взгляд. Я повинуюсь. Хватит меня фоткать! Смотри, какую я рожу сделал. Я даже не хотел ее делать. Железный человек. Сожри эту фотку! О, это мой частый самолет. Missing Munitions. Неинтересно. Private Island. Частный остров уничтожен. Это я замутил. Это моя бабуля. Я вот настолько ее любил. Так, надо вызвать. Надо шампусика мне. Шампусика! О! Ну, блин. Вот технология произвожу. Все. В жопу иди, бабуля. Технология работает против меня. Это моя маска. Зачем я лечу на самолете часом, если у меня вот он уже летает? Ты кто? Доброе утро. Здрасте. Чем я могу помочь? Я не знаю, я тебя не звал. Пятница. А где Пеппер? Меня зовут Пятница? Она тушит пожар. В туалете, что ли? Я его развел. Буквально или фигурально? Даже не знаю. Может быть, одновременно нажать? Хоп. Я устрою. А, черт. Она все утро общается с прессой. Я ненавижу новости. Мультики включи. Я тебя убью.
За что? Что я сделал? Я твой ассистент, Тони. Прости, Пеппер, тут ты куда-то пульт уронила. Ты что, новости? Вон, подними. Иногда так хочется спрыгнуть Наша с этого самолета без костюма. Теперь спасибо, Пайпер. Давай. Горячие, блин! Учил тебя летать. Что это? Это не мое. Пайпер, нам хана. А, по-моему, нас сейчас стрелять будет, нет? Пора умирать. Воу! Короче, сначала надо себе натянуть маску. Воу! Пеппер, я упал! Правая перчатка на подходе! Правая перчатка, в жопу перчатку! Я супермен, я могу без перчаток лететь! Блин, я же вниз лечу! Перчатку быстрее! Обломки, спасибо! Так! На, сдохни, обломок! Вон пеперный самолет! Вон моя голова! Меня вырубило, я ничего не вижу. Кажется, я жив. Убирайся, интерфейс. Все нафиг. Системы в норме. Окей. Отлично. Ура! Пора на самолет. Я лечу к тебе, Пеппер! За тобой гонятся буквы! Я обгоню их! Стоп! Есть, включена я здесь. Система пожаротушения. Что это у меня такое? Откуда у меня эта система? Прикольно. Не помню, что такое в фильме было. Пеппер! Пеппер, ты там? Ты еще жива? Пеппер там, возможно, уже сдохла. Сейчас я убью их всех. Воу! Блин, ты башки не заехать. Пеппер, ты жива? Что там творится? Как? Почему? А вон он-то, я тебя вижу. Черт! Пеппер, прием! Пеппер сдохла, кажется, теперь наконец. У меня патроны закончились. Что это такое? Генерируй. Черт. Пеппер! Я здесь. Не хочешь меня сфоткать сейчас? Левый закрылок поврежден. Где? Где? Худо, я не разбираюсь в самолетах. Что это значит? Где закрылок? Вот закрылок. Сволочь! Работай! Чуть-чуть. Есть! Я здесь! Мразь! Вылазь оттуда! Черт, не ухватился. Ты там? Пеппер! Окна помыть надо? Не надо помыть! Ну я помыть! На тебе! Уклоняйтесь от их атак! Ой, я повредил самолет? Не было такого намерения, я думал пошутить. Супер. Есть. На! Все угрозы нейтрализованы. Very good. Лечу, детка. Оп. Пеппер сейчас сгорит. Не уверен, что я смогу любить ее так же, с лицом, как у Фредди Крюгера. Теперь я уже здесь, 300 метров. Не умри, пожалуйста. Теперь ты тут. Где ты? Где она? Вот ты где. Ловлю. Блин, она обгорела. Пеппер, ты прекрасна. Воу. Окей, я спас ее. Я чувствую себя героем. И на этой оптимистичной ноте мы закончим с вами этот видос про железного человека или железного нелюдя. Потому что кто у меня еще может получиться? Только железный нелюдь. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то ставьте лайк. И если вы хотите увидеть больше этого безумия, то пишите об этом в комментариях, рассказывайте об этом видео друзьям. Также ставьте еще больше лайков, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик и становитесь доску своими. Ну а с вами был Юджин, я вас всех очень люблю, обожаю, целую, обнимашечки даю всем. И всем, конечно же, 5. Вы готовы? 1, 2, 3 и 5!